Депутаты увеличили размер выплат малоимущим семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет включительно. Чтобы дать возможность оренбуржцам получить перерасчет пособий уже с 1 апреля, областные парламентарии собрались на внеочередное заседание. Это наша работа, экстренно отвечать на нужды людей. И мы реально понимаем, что любая поддержка для семей, которые сегодня нуждаются, и особенно увеличение этой поддержки, имеет существенное значение. К проекту закона поступило несколько поправок. Коммунисты предложили повысить до 14 лет возраст получателей пособий. По всей стране принят указ президента, конкретно сказано, с 3 до 7 лет включительно. Расширять меру, которую вы предлагаете, за счет этого указа мы не можем. Фракция «Справедливая Россия» отказалась поддерживать законопроект. Тем не менее, 44 депутата проголосовали «за». Теперь размер выплат будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100% от размера прожиточного минимума на ребенка. Мы должны помочь детям сегодня, кто бы как ни голосовал. Я знаю, что «Единая Россия» меня поддержит в этом плане. И благодаря «Единой России» мы, безусловно, с 1 января уже проведем перерасчет и начнем в два раза больше выплачивать. Таким образом, закон охватит порядка 58 тысяч оренбургских детей. При этом 86% из них будут получать максимальную выплату, а это 10 417 рублей. С учетом того, что федерация будет добавлять нам финансовых средств, увеличение социальных выплат для семей возрастут на 3,6 миллиарда рублей. С заявлением о перерасчете можно обратиться в органы соцзащиты через портал госуслуг или МФЦ. Светлана Семенида, Владимир Жидов.